Священный епископ Иннокентий, служение, которому ныне ты призван промыслом Божиим, поистине велико, страшно и спасительно. Велико оно, ибо на твою главу были возложены руки святителей Христовых, дабы по молитвам православной церкви, таинственным наитием Духа Святаго, ты стал сопричастником самоотверженных трудов первых учеников Господа и Спасителя мира. Ты призван быть подражателем славных подвигов сонма архипастырей, чьи имена составляют благодатную цепь апостольского преемства от дня Пятидесятницы даже до ныне. Страшно это служение, ибо ты облечен теперь высочайшей духовной властью и огромной ответственностью. Ты обязан вседневно и всечасно ходить пред Господом твоим. Осознавая эту ответственность, ты будешь носить позлощенные ризы, соответствующие архиерейскому званию, но облачившись в них, архипастырь должен и душу свою одеть в благоговейный трепет и страх пред Богом, дабы не уподобиться по слову Спасителя украшенному гробу, который снаружи кажется красивым, а внутри полон костей мертвых и всякой нечистоты. Помни о том, что кому много верено, с того больше взыщут. Тебе же, как епископу, верено самое главное – бессмертные души людей, за которых умер Христос. Тебе надлежит надзирать за должным совершением дела спасения славянского стада Божьего. И за каждую погибшую по твоей вине овцу из этого стада ты дашь ответ на страшном суде Христовом. Наконец, грядущее служение спасительно для тебя и для всех твоих соработников на Ниве Церковной. Вместе с тем ты должен сознавать, что все совершаемое тобой не есть твое частное личное дело, но соработничество Богу. Мы все лишь Его рабы, Его слуги, обязанные с отчаянием выполнять волю Господню. Владыка мира изволил вручить тебе через нашу мерность высшую власть учительства, церковного управления и священнодействия. Посему всецело полагаясь на промысел Творца, исправляющего жизненные стези человеков к познанию истины и служению ей, сознавай всегда и немощь своего естества, дабы не возгордиться и не приткнуться в шествии к Царствию Небесному. Делами яви исполнение слов Господа, взывающего: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Для этого стремись на всякий час пребывать в трезвении и духовном горении, памятуя завет апостола Языков: «Духа не угашайте». Не уставай подражать в церковных трудах твоему небесному покровителю, имя которого ты принял при пострижении монашества, святителю Иннокентию, митрополиту Московскому и Коломенскому, просветителю народов Сибири, Дальнего Востока и Аляски, стяжавшему славу апостольскую. Ибо ныне вновь настали времена, требующие от проповедников Евангелия особого самоотвержения и дерзновенного благовествования истины обезбоженному миру. Вновь богоборческие силы воздвигают жестокую брань против Господа, Его церкви, Его верных служителей и чад. Будь же тверд, мужественен и непоколебим в уповании на Создателя и Промыслителя, соучаствуя в домостроительстве Христовом. Противоборствуй соблазнам мира сего, смущающим души православных верующих. Вооружись духовным оружием, по слову апостола Павла: «Станьте, приспоясав чресло ваше истинную, и облегшись броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Сугубой твоей заботой да будет организация катехизаторской работы, особенно среди молодежи. Поучение в законе Господнем, твердое знание истин православия, постоянное участие в литургической жизни общины должны стать неотъемлемой частью духовного возрастания каждого христианина.
Ты молод, но времени на предлежащем тебе пути понапрасну не теряй. Используй всякую возможность для творения добрых дел. Особое внимание уделяй организации социальной работы в монастырях, приходах, веренной твоему попечению епархии. Стремись быть образцом для духовенства и мирян в нелицемерном почитании старших по возрасту и иерархическому служению. Яви достойное преемство в трудах преосвященному митрополиту Феофану, главе Челябинской митрополии, в состав которой входит и вручаемый тебе удел. Будь ему верным и неленностным соработником в общем делании, совершаемое им во имя Бога на благо Церкви, Отечества и народа. Запечатлей навсегда в своем сердце и включи в сокровенную свою келейную молитву слова святителя Иннокентия со смирением обращавшегося к Господу в час наречения во епископа. «Господи, пред Тобою и от Тебе все желания мои, твори волю Твою во мне и через меня. Благослови меня на служение Тебе благословением неотъемлемым. Даруй мне новое желание и новые силы быть полезным Церкви и Отечеству. А теперь прими сей жезл, как видимый знак Твоей духовной власти и апостольского преемства, и преподай архиерейское благословение народу Божию, молитвенно соучаствовавшему в Твоей хиротонии и ожидающему обильных плодов от Твоего великого, страшного и спасительного архипастырского служения. Аминь.